Как тебе фехтуется сегодня? Чувствуешь, что сможешь пройти достаточно далеко? Ну, думаю, вполне. Сделаю все, что можно. Как тебе прошел твой бой со Смирновым? Показалось, что тебе было очень легко, или ты все-таки испытывал какие-то трудности? Ну, в каждом бою испытываешь какие-то трудности, этот не исключение. Тяжело было, но я справился. Ты представляешь Омскую область, дополнительная ответственность как-то чувствуется, или наоборот, родные трибуны? Ну, и родные трибуны, и поддержка друзей, родных тоже помогает, и поэтому немного легче. То есть можно сказать, что тебе проще все-таки выступать дома? Да всегда тяжело, на самом деле, вне зависимости от региона. На первенстве России среди молодежи ты занял 14 место. Мог тогда пройти дальше? Если да, то в чем были причины? Мог пройти дальше, просто немножко не повезло где-то. Немного форма была не та. А так, думаю, мог. Ты начал заниматься фехтованием достаточно поздно, в 12 лет, насколько мы знаем, в 2010 году, да? И как успеваешь догнать сверстников? Да, в принципе, тренировок много. Но стараюсь все равно не отставать. Послезавтра у вас будут еще командные соревнования. Как чувствуешь, успеете ли восстановиться, хватит физических сил? Ну да, у нас будет один день выходного перед командами, поэтому я думаю, мы успеем. Отлично отфехтуем и...